Накануне в Саратове в спорткомплексе «Звездный» состоялся матч 15-го тура чемпионата России среди женских волейбольных команд Суперлиги. «Протон» принимал челябинский «Динамо Метар». Учитывая желание удержаться в пятерке лидеров чемпионата, «Протону» нужна была только победа. Несмотря на давление со стороны соперниц, «Протоночки» смогли выровнять свою игру и выйти вперед. Итог 3-0 в пользу саратовских спортсменок. И пятое место в турнирной таблице. Следующий матч «Протона» состоится 28 января против «Ленинградки» из Санкт-Петербурга.